Убедюсь, что записывается. Да, пишется. Да ёлки-палки! Да что такое-то? Если садить, то всегда подавать свет, то чисто математически выиграть не можно. Итого 4-3, что ли? Так, 5-3. Валан. Не, он не достал его до момента. Сначала валан упал, а потом он его загрел. Я до него не достал. Но он был близок к этому, но он не успел. Я попал в пол. Да, а потом валан уже от пола накатился. 5-3. Да что такое? Я потому и удивился, что Лёша меня отнимает балан, я думаю, сейчас уже надо у Кости возвращать. Понял?
4, да? Блин.
он же может тут играть. Попа сейчас. Не, я не понимаю. Костя бьет, когда оттуда в тебя. Все, я вообще не вижу ничего. Так, 8. Ах ты! 13. Поля лево? Поля. А, 9-3. Здрасте. Добрый вечер. Лёш, ты не обсуждал с Александром? Ну, у нас как бы... Я обсуждал. Вообще, как вот игры, что... Ну, минимально. Раз. Так, что? 13-9. Не 9-13? Ну, может, 9-13. Нет, может, что-то. Да, может, 14. Нет? Нет, точно не четко. 13-8 когда-то было. Вот я как раз этот розыгрыш сложный вытащил. Следующий что было, я не помню. Ну, давай, 13-8. Подает тут. Так, ладно, расслабились. 14, не, 14, да? Вот.
забей. Что ты делал? Он вперед, он упал куда угодно, просто баланс там.
87. Ай, блин. Все, да? Не-не. Ну, мог закрыть. Блин! Поднимет вверх, ничего не поднимет. Конечно. Не так все страшно. Один, два. Это кости. Ну, блин.
полегче. Спасибо.
сыграть. Ты сейчас мог успеть развернуться, прогнуться, сыграть открытый. Я понял. С удобной стороны. Я Лёше об этом говорю. Говорит, я не успеваю. Нет, сейчас не успевал 100%. Потому что мне еще пришлось так играть. Я еще посмотрел все 53 как бы. Убил сейчас. Сразу. Слушай, это просто молодец. Я выключил. Я не добил. Да, ты думал, что я убивать это надо. Вперед. 5-12. Я хоть один должен мастерский удар сделать, я покажу. Так, сейчас? Я боялся, да. Нельзя оборачивать. Просто поседай, не надо голову назад. Большой. Да блин, нафига я так-то? Ногой не дошел и все.
вот так вот. А я тебе объясню, смотри. Стоп, сделал. Вот так вот. Я боюсь задеть. 3D. Ну, там такие траектории. Что они делают? Это каких вот? Да, ну, просто дай. Видишь, как мы жестко сыграли. Что со мной? Как тогда? Ай, блин, вышел. Все, спасибо, я все. Я что-то, ну, реально сейчас сломаю. Что, красочка? Да, у меня что-то вообще. Ну, там красочка. Ладно. Стараюсь. Не, вначале много дали, а потом... Да. Потом... Ну, что-то там... Ну, что-то, это завершающее это? Да, и... Ну что у нас за 11? Да, нет, что-то Лёша что-то там красный. Дайте я 11 играю на узко. Давай. Ну как ходи. Я и не бил. Я подаю. Короткие подачи. Я один, но узко. А один не считай? Подача короткая. Нет, при... Игра, конечно, в игре, пожалуйста. Не, нет, это не Антон. Блин, ну все, минуту ли мне подскажешь. Один раз. Один. Блин,
Да он чуть не улетел, тот большой. Это явно было косак. 12-9. Постоянно высоко. Нет. 7-6. Попал в самый край ракет. Thank you.
Вот она, хрена подошла. Не знаю. Один. Один-один. Три-два. Нет, просто в конце я решил бить вперед, назад, вперед, назад. Да, ошибся просто. Да не, вообще. Не, а что вперед, не всегда это возможно. Нет, ну возможно, я сознательно следил, потому что это не тень. Выиграть там хотя бы отход 7-8. Ну это не так все кажется. Все равно ошибешься. Ну, Леш, у тебя больше. Да, я ошибся больше. Понимаешь, мне зачем? Мне надо его выбить. Не важно, отобьешь ты или нет. Так. Да, потому что это удар. Ты будешь делать что-то, что хочешь, скорее всего, возьмешь. Поэтому у меня вообще есть задача, что хочешь делать. О, ты хотел решить? Да. Как раз она и будет. Ну забей! Видишь? Можно со спины закинуть. Да это кости нам. А у него не было. Да, он вверху не мог. Мог! Мог? Конечно. Ну тогда. Я же слишком долго проверял. Ну ты по-любому должен проверять, это же не мог. Ну значит, там на чужой нельзя. Я и сыграл бы на своей. И все равно не даст. Оль, а ты бил по вашему другу? Это вроде от бадминтона от тренера Ли. Я просто балан не увидел, он меня сразу там упал, телепортировался туда. Иногда она работает. Один раз из скольки. Но зато какой смачный. Ну и скольки? Сколько раз тебе так заколотили и сколько раз ты забил? Процент соотношений. Ну, давай. Блин. Один из 20. Конечно. Да я его просто не вижу. Кость, я специально так бью. Да как ты специально так бьешь, что я его просто физически балан не вижу? Да. Он так не очень быстро. Под правую руку, ну, такой высокий, хоп и все. Что я делаю?
сам расстроился. 7-6. Почему по нолям? Поленился. Ну потому что она так высоко пошла, что мне стало страшно. Ну ты даешь на сетку и уходишь назад. Я всегда в дальней диагонали. Стоял нормально, но если бы я промазал, я бы попал. Глаз бы мне не попал. Нет, в голову. Да ой, ничего там, даже снега нет. Коля, ну такой не поймаешь, даже если я не поймаю. Да ну ты брось. Как я поймал в левой руке на всю ширину сетки. Как? Чпок, он же перелетает, он-то над сеткой, в середине, зачем тебе все? А ты не стой, ты не уходи вот сюда. Встань вот тут. То есть вот тебе сколько надо, и вот уже
Это без шага у тебя уже рука тут. Все? Угу. Ну давай коротенько, до 11. Резвый какой. Да по скорости я успеваю. У меня криво. Аут. Делаешь там трение, когда берешь аутные подачи. Конечно, с неудачной подачей можно, но вот как ты говоришь, что нельзя. Кость тебя отбрасывает под сетку и все. Ну, я не уверен. Ты что, я? Ну, это слабо. Давай. 8.